Группа компании Intercity представляет. Стас, добрый вечер. Сейчас за вашей спиной начинается игра России и Греции. Сегодня 16 июня, закончился первый день второго тура голосования по выборам президента Египта. А ваши личные впечатления как резидента и как бизнесмена, человека, ведущего свой бизнес в Хургаде? Насколько вы чувствуете себя здесь опасно, безопасно, и как собираетесь продолжать жить? Все спокойно, все безопасно, все хорошо, работаем. Опасно ли приезжать сюда туристам, как вы думаете? В любом случае нет, очень хорошо. Море теплое. Ваши планы на ближайшее время после окончания президентских выборов в Египте? Планов никаких. Все хорошо. Как можете для российских туристов прокомментировать ситуацию в городе? Опасно, не опасно? На данный момент абсолютно безопасно. И рекомендуем всем туристам приезжать. И море теплое, погода хорошая. Теплая погода хорошая, да, безопасно. Пьем пиво, смотрим футбол. В обязательном порядке. Дим, добрый вечер. Мы сейчас на Эспланаде. 16 июня идет матч России и Греции на чемпионате Европы по футболу. Ваши впечатления от этого события, мероприятия, от того количества людей, которые здесь собралось? Полчаса уже играют бесподобно, хотя и ситуация нулевая, но такие моменты великолепны, просто доставили удовольствие. Еще до начала, я думаю, что все равно наши тоже запекут пару мячей. Скажите, напрягает ли вас, используем этот термин, напрягает ли вас то, что сегодня в Египте прошел первый день второго тура президентских выборов? Чувствуете ли вы какую-то опасность для себя, как резидента Хургады, от политических событий, которые происходят в стране? Опасности никакой не чувствую. Чувствую какое-то переживание, потому что хочется все равно стабильности и порядка. Greece, get beyond this picture.